Утверждены правила предоставления выплаты грантов учащимся образовательных учреждений, отличившимся в области математики, информатики и цифровых технологий, сообщает Минпросвещение России. Кандидаты в возрасте до 18 лет смогут претендовать на единовременную выплату в размере 125 тысяч рублей. Критериями отбора станут достижения в учебе, подтвержденные дипломами победителей или призеров олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, указанных в правилах, а также результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности по профильным направлениям, имеющие прикладной характер и практическое применение. Предполагается, что в 2020 году получателями грантов станут 850 школьников. Гранты будут предоставляться в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг.